Не, я понимаю, что деньги есть, но нам же не предлагают. Я серьезно могу восстановить? Видимо. Видимо. Ребят, это Undead Horde 2 на связи Чандер и Ольмина. Здравствуйте. А нет. Нет. Не хватает нам мощей для того, чтобы это восстановить. Ясно, понятно. Ой, ну все эти ходят. Да, жильцы. Жители ходят. Рун мы пока не можем. Загрейдить строение мы тоже не можем, потому что денег нет. Ой, ужас какой. Нам надо на самом деле зоны защищать, чтобы черепки собирать. Погнали. Мы ту зону так и не дочистили, но мы потому что в крипту пошли. Да, надо сходить, дочистить. Первый данж у нас был. Три сундука, кстати. Три сундука? Да, да. Судя по циферке, которая там была рядом с сундуком. Осуждаю. Егор Граната, осуждаю. Так, поехали. Тогда не сюда. Нам вообще нужно снести вот эти строения. Полетели. За мной. В атакуйте. Лечитесь. Отлично. Так, их остается все меньше, но в целом... Ой, посох какой-то. Бам. Встали и пошли. Встали и вышли. Это, конечно, сплэш. Да. Ой, там снизу еще строение. Именно сплэшой меня как раз таки убивают. Кобольды эти проклятые. А ну-ка атакуйте, смотри, как. Ты смотри, как они сносят здание. То есть, если они бьют по зданиям, это мощно. Но если они не бьют по зданиям, это не мощно. Сказал как ртом, да? Ну да. Здесь вообще раздолбанный мост. Там мост окей. Это могилки, с которых можно поднимать. Угу. Где у нас секретка, я не понимал. В грибах? Нельзя в грибы зайти? Нет, нельзя в грибы зайти. Как жалко. Это тебе не этот... Не нёх. Вот отсюда аж нужно идти, ты посмотри. Обалдеть. Погодь, погодь, погодь. А здесь переход есть? Палка. Ага. Палка, палка, огуречек. Вот и вышел у нас мост. Что? Там вот видишь какой-то треугольник? Пауки! Ой, пауки. Где треугольник? А это мост построить. Это построить мост, да? Понял. Они отравили моих зомби. Ага. Нет, ладно зомби. Когда они отравляют скелетов, это просто шикарно. Вон сундучок. Угу. Это сундук. Это секрет. Эксплорер у нас. Ну, мог бы и не завернуть, но мог бы сюда и не прийти. Не, сюда не мог. Ну да, кстати. Ну ладно. Сначала написала здесь, а только потом, через какое-то время, дошло сюда. Ладно. Так, еще один секрет. 6 из 92. Чё-то меня это настораживает. Блин, как я хочу маны больше регенить. Чего? Осуждаем? Человек, что ли? Коротко о некромантии в целом, а ну встали и пошли, да-да-да. А, сердце тьмы глубоко в болотах Балагора мы нашли, в общем, своеобразную какую-то странную штуку, которая нам даст... Нам что-то полезное даст, все. Чему-то нас научит. Ух ты! Хелоп! Хелоп. Это как Шелоп. Он... Отсылка на Властелин колец. Босс. Первый босс, ребят. Первый босс. Или не первый босс? А я не знаю. Не-не-не, не первый. Но это первый, видимо, какой-то уникальный. Ух ты, сколько повылазило-то. Даже квест-то нет какой-то. Да. Вы можете продать предметы из инвентаря. Ой, смотри, какая фигня там. Ты видел? Чего? Ты не заметил по картиночке, что там было. Не заметил. Вот сюда какие-то скрижи. Вот ты вот эту это я увидел. Штуку починишь и поставишь ее вот сюда. Уверена? Ну, судя по... Ну, это руна, как раз руна нужна рунмейстеру нашему. Так, сердце Хелоба. А сюда какие-то посохи влезают. Легендарная такое? Дубина, кстати. Спасибо за ману. Больше опыта будет давать.
Больше опыта или денег? Опыта или денег-то, а? А-а. Опыта или денег? Опыта или деньги? Вот деньги, конечно, хорошо. Можно? Мне бы хотелось то... Ладно, продаем. Так, это у нас что? Скелетон юнит дэмэдж плюс 4. А сколько? 352 будет дамага наносить. За 130 маны. Меньше дамажит. Меньше дамажит. Это чикены. Чикены без бонусов нам не нужны вообще. Критикал нам не нужен, понятное дело. А здесь у нас тоже какой-то мусор. Какой-то помоечный просто посох. Больше опытных денег, согласна. Так, это... Слушай, они какие-то бесполезные вообще. Чё за... Чё нам вообще понавыдавали? Чё за подсуд? Ой, кстати, Солджар. Солджар это то, что мы можем... Да. Погодь, да, лучше отсюда. Улучшить. Лучше отсюда. Встали и пошли. Сундук. Все, секрет найден. И еще все должен быть все нашли? Нет. Нет? Еще должен быть. Уверена? Да. Наверное. Так, ну мы здесь вроде бы всех убили. Там было нарисовано 3 сундучка. А мы подняли сколько? Разве не 3? 2, нет? 1, 2, 3. А, где-то тут еще был? Все, туда. Ну вот тут все. Раз, все, все, тут все, два, все. Тут три. 1 плюс 2... Ну и третий, получается, все. Ну, в чем проблема? Вот и я о том же, вот, да. Тошнило. Так, сейчас до телепорта быстро бежим и телепортируемся домой, посмотрим руны, ребят, по всей видимости, мы сможем открыть. Поехали. Полетели. Отнести сердце Хелоп. Да здорово, здорово, пожалуйста. Нового жителя притащили. Держи, дружище. Нью. Руна изоляции. Защитное заклинание дает щит королю Личу на 3,8 секунд. Эквипмент слот 1. Хорошо. Апгрейд за билд не могу. Это помойка. Нафига она мне нужна? Ну, какую дали? Ну, как дополнительный скилл какой-то, ладно. А так в целом мусор. Critical chance. Нафиг мне критикалы ваши? Плюс 0 милли-дэмэдж. Есть. Вот это уважаемо просто. Плюс 0 урона. То, что нужно. Ой, смотри, он прям восстановил. Он серьезно. Житель появился и житель восстановился. Прикольно. Прикольно, сам прикольно. Сам себе дом построил, что ли? Да, молодец. Так, что-то нам еще можно сделать. Здорово, дружище, как у тебя дела? А, это сердце Хелоба, да? Да, это сердце Хелоба. Теперь вы можете пауков производить, он говорит нам. Хорошо. Ой. Куда это нам нужно тогда вставить сердце Хелоба? Сюда, что ли? Animal, я думаю. Animal. Может быть. Нет. Не Animal. А что еще может быть? Нет, нам ничего не дали. Нет, погодь. Почему? Может, все-таки у этих, у зомбарей? У зомбарей? Вторая вкладка, может, появилась. А, может быть, кстати, да. Нет. Тут нет. Другие какие-то големы. Скелетон тоже нет, и это нет. Тоже нет. Значит, какой-то другой это не должно быть. Апгрейд. 50 тысяч! 5 тысяч. А что даст? Увеличит хп и дамаг на 50% и стоимость призыва на 33% увеличит. Ну. Так, а мы можем что-то еще, получается, взять, да? Каждый гуль увеличивает весь урон ядом по противникам 1% от уровня этого дома. Я бы лучше взял либо больше хп, либо... Либо? Когда умирает, наносит урон. Угу. 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 Это прям угу. Хорошо. Все, улучшаем, ребят, зомбарей. Играем пока что чисто от зомбарей. Дальше будем смотреть, глядеть, подглядывать, выглядывать, проглядывать, ну и так далее. Ну, вы поняли. Хорошо, следующая тогда зона, да? Побежали. Угу.
кобольды сразу на нас нападают. Какие же они сильные. Угу. Тут нету здания, поэтому они не воскреснут. Зато есть сундук. Просто сундук. Даже не секрет. С говнопосухом. Причем именно реально говнопосох, то есть он без бонусов даже. Ой, оно сердце осталось. Он призывает, вот, он призывает. Он написал, короче, это эти паучки. Оно, конечно, паучки, но оно паучки по призыву вот так. Ну я чисто как проверить проверю. Вот. Все, троих паучков призывали мы. Вообще прикольно. Но поскольку бонусов никаких нет... Хотя, давай попробуем, что нет. 50 маны пауки стоят. Это мы точно продаем? 400 урона посохом, это, конечно, круто, но без бонусов. Стыдно. Пауки пошли. Давайте, поучитесь. Да? А чего так? У Финика в 9 дела, поэтому он просит начать в 19. Посмотрим. Еще. Просто если позже, то попарится. Еще. Ох ты ж, блин. Это что такое? И это все мне нужно нажать? Ого. Ну-ка, мужики. Блин, смотри, правильно. Нет, это нужно пройти в правильном порядке. Уверена? Видишь, там эти камушками. Простроен путь. Будем надеяться. Сундук. Делитесь. Сундук. Да-да-да, сундук. Да, сундук. Еще там сундук. Ну там же нужно найти загадку решить туда. Половину дерутся, вообще какие-то. Ленивый. Ага. По плюс 25 хп. 25 хп я им восстанавливаю. С куском, смотри, реально с сердцем бегаю. Ты просто меньше маны тратишь, поэтому и так мало восстанавливаешь. Это понятно. Намного меньше маны причем. Так намного меньше восстанавливаешь. Это да. Но в целом имеет право на жизнь, хорошо. Ну, имеется в виду призыв паучков. Это мы используем. В любом случае оно восстанавливается. Так, в определенном порядке, говоришь, надо? Угу. Вот это вход. Угу. Есть контакт. Сундук. И сверху еще сундук. Сундук. Ой, еще одна руна. Урунка какая-то была. Хорошо. А можно мне на бонусы, пожалуйста, выкидывать что-нибудь? Спасибо. Наныл. Так. More experience. Ну, на самом деле, на 6% больше experience. Это нужно. Больше, чем коинты? Деньги очень нужны, но там 2%. Мана capacity, мана cost минус 4%, мана capacity плюс 5%. А что дает? О, это, кстати, прикольная стеночка, я хочу проверить. Стеночку я проверю точно. Animal unit damage, это нафиг нужно. Это тоже нафиг нужно, это тоже не нужно. Это выкинуть, это на помойку. Хорошо. Тоже на помойку. Так, тоже на помойку. Сердце пока оставим. Вот это в том-то и дело, 6% больше экспы. Деньги очень нужны. Давай все-таки, ладно, деньги. Деньги это деньги, ребят, как ни крути. Экспа нужна, деньги нужны. Желательно бы нам и то, и другое, а можно? Но нельзя, к сожалению. Мне кажется, они не стакаются вместе. Ой! А это совсем не так работает, как я думал. Вообще не так, как я думал. Ну, ты их в стенку превратишь. Я думал, что оно по-другому будет.
Я думал, что будет стенка с шипами, которые, ну знаешь, поставишь, они будут биться в нее. Ключ. Там ключ. Tasty chicken, серьезно, вкусная курочка. Там же ключ был. Вот то-то и оно. Ладно, кобольды планировали уничтожить юдишек. Почему мы с ними сражаемся тогда? Не знаю. Ой, мы, кстати, статую нашли. Гуля. Гуля? Гуля. Гуля. Это Гуля. Так, записки кобольда. У них есть вкусная курочка. Мы атакуем, чтобы получить вкусную курочку. Ключ, открывающий ворота людей. Ради курочки. Ради курочки. Ну, раз она такая вкусная, наверное, тоже. Ради курочки. Ребят, просто это шикарно. Мы решили уничтожить человечество. Почему? У них курочка вкусная. Неплохо, неплохо. Своеобразное заклинание, конечно, своеобразное. Так, ищем, что у нас здесь. Здесь можно поднять кого-то. Нам не нужно, спасибо. Бам. Ну хорошо, хорошо пробивает. Хоть и специфическое, но работает. А, я через нее прохожу. Вообще тогда отлично. Так, встань и иди. Явно, явно. Смерть не освобождает от ответственности, знаете ли. Смерть не является уважительной причиной не приходить на работу. Так, остались последние три юнита. Нам их прям показывают на карте. Угу. В атакуйте. Все? Все, зона зачищена. Получили душевную банку. Ну, хоть не рано. Мы здесь все получили? Здесь где-то еще есть сундук. Где? Где ты его не увидела? Почему я? Ты внимательнее меня. Ты же играешь. Вот именно. А я заслуживаю... А ты смотришь со стороны. А я сижу и заслуживаю сказать последние слова в титрах. Вот он, сундук. Хорошо. Это не все? Уже готово. Стоп, 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 стоп. Или это все? Чего? Это не все. Чего 26, Тим? Еще есть где-то. Ищем. Это ломается? Это ломается. В атакуйте. Они не атакуют. То есть только я могу. Видимо. Вот это вы, конечно, да. Ну, хотя бы на карте видно это. Ну, хотя бы, да, на карте было видно. А что дали? Что дали? А что дали? И? Мы сюда пришли ради книжки. Некрохитпоинтсы плюс 16%. Понял. За деньгами мы пришли, понятно? Да. Давай в эту зону войдем для начала. Зачем, спросишь ты меня? А я вот, кстати, не зачем? Знаю. Зачем? Спрошу я тебя. А я вот, кстати, не знаю. Погодьки. Тогда, а где ближайший телепорт? А здесь? Дайте мне телепорт, пожалуйста. Вот, спасибо. Пустите. Пустите меня домой. Нам надо как-то сюда, а это только из Dark Woods, да? Давай статую поставим. Сначала статуя Гуля, попробуем Гулей. Угу. Улей. Нет, Гулей. Улей. Улей-гулей? Улей-гулей. Еще один товарищ, здоровщенко. Починит домик какой-нибудь. Жильцов восстанавливаем, возвращаем домой. Ой, руну надо сначала отдать. Может быть, угу. Руна получше будет. Две руны. Нью руны. А руна... Ладно. Так, Торнс, это... Слушай, интересно. А это интересно. Это получается рефлект. Угу. Короче, ребят, мы накладываем на 4 секунды шипы на наших ребят, и если их будет кто-то бить, будет получать 110 урона.
Заряжает оружие для нанесения 280% урона следующим ударом. В целом неплохо, но мы-то не в дамакс с руки идем. Поэтому нам это не нужно. Так. Гуль. Статуя гулев. Нужно зарепейрить. Вот у нас была, вот у нас было, мы открывали. Это неизвестно, что такое вообще. Это элементали или что это такое? ДПС 0, атак спид 10, хитпоинтов 50. Ты чё? Душа. Ну, на самом деле прикольно. Это нашу регенерацию увеличивает на 3%. То есть 10 таких на 30% больше. Но это если мы соло будем играть. Поэтому нам это, в принципе, сейчас не особо. Давай гулев посмотрим лучше. Давай гулев. 25 тысяч, господи, откуда такие деньги? Не знаю. Причем он фиолетовый. Гуля фиолетовая. Фиолетовая гуля, это хорошо. Так, 200. Тут у нас в чем соль? Хитпоинт 1000, тут хитпоинт 600, то есть в два раза меньше. Атак спид 0.7, атак спид 0.8. У него что-то новое ДПС 73, ДПС 5. Атак рейндж. Атак рейндж 200, к слову. А здесь атак рейндж 200. Это дальнобойное. Он какашками кидает. Вот смотри, он токсик. Он кидает какашками, которые отравляют врага. Токсичный. Угу. Ну, такое. В целом, да, но нет, знаешь. У нас места пока нету, чтобы на гуляшку. Наверное, слишком много места, да? Ой, это у нас открылась вторая часть? Ага. Серьезно? Ага. Не, прям серьезно? Неожиданно. А это я могу взять тогда? Например, вот эту взять. Могу. Прикольно. Mm-hmm. Так, 75% шанс. На 75% меньше шанса, конечно, это неплохо. Да и быстрее атаковать. Это классно в целом. Тут больше против зданий. Давай все-таки скорость атаки вкачаем. Это для всех работает вроде бы. Два черепа Давай тогда уберем вот это. И вставим вот это. Все. Атакуют на 0,2 секунды быстрее. Mm-hmm. То есть было 0,7, теперь будет быстрее. Какая теперь атака? Пишется атака? Все равно атака спит 0,7. 0,7 в секунду. А теперь будет 0,9 в секунду. То есть почти удар в секунду. Получается. Mm-hmm. Хорошо. В целом хорошо. Нажимаем Z. Рун квест выполнен. Квест комплит. И они все под шипами. Так-то это неплохо. Mm-hmm. Хорошо. Все, теперь отправляемся в далекие дали. Но перед этим, конечно же, поблагодарим наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров, благодаря которым-то, собственно, видосики у нас на канале и выходят. Вступить в семью. Семья — это главное. Можно по ссылочке в описании под любым видосиком, ребят. Ссылка на Бусти. Переходим и подписываемся.